Добрый день! Сегодня расскажу, как делать свою жизнь комфортнее с помощью одного из решений компании «Комфлет». Представьте, вы пришли домой после тяжелого трудового дня и решили отдохнуть в тишине. Что может пойти не так? Ах, да! Пойдемте, я покажу, как Александр борется с раздражающими шумами. Привет, Саш. Расскажи, чем занимаешься и почему у тебя в руках оконный отлив. А я его снял для того, чтобы смонтировать на него виброизоляционную ленту. Представим, за окном лето и жаркая погода. У всех работают кондиционеры. Помимо шума самих кондиционеров, что же мы слышим? Это звук капелей конденсата. Его мы слышим и днем, и ночью. Могу сказать по собственному опыту, это достаточно сильно раздражает. Несмотря на то, что закрыты окна. Что же такое оконный отлив? Оконный отлив – это просто тонкая металлическая пластина. Как, в принципе, и стенка холодильника, или стенка вытяжки системы вентиляции, или стенка корпуса стиральной или посудомоечной машины, а также раковины. Они также вибрируют и издают раздражающий шум. Как же с этим бороться? Есть вот такая вибродемпфирующая универсальная самоклеящаяся лента Cafonic V-Tape. Сейчас я покажу, как ее монтировать и как она работает. Лента представляет из себя полосу шириной 10 см и длиной 1 вагонный метр. Имеет вот такую вот самоклеящуюся поверхность, что позволяет легко и быстро произвести ее монтаж. А теперь я покажу, как это работает и какова эффективность этой ленты. Итак, берем отлив без ленты. Достаточно шумно. А теперь с наклеенной лентой. Лента достаточно эффективно демпфирует металлические пластины, не дает им вибрировать и шуметь. Проблему шумов от вибрирующих поверхностей можно легко, быстро, а самое главное самостоятельно решить с помощью ленты V-Tape. Данная лента продается в крупных строительных гипермаркетах, а также в интернет-магазинах. Всем спасибо, пока!